Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Кратов Сергей. Сегодня у нас такая тема очень, как бы я сказал, личного характера, так как вас уже достаточно много, и вы спрашиваете меня очень часто о каких-то таких личных вещах, и мы все даже становимся достаточно близко. Я и так уже вам рассказал много чего о себе. Ну, конечно, это знают только мои постоянные подписчики, те люди, кто смотрит все мои выпуски. Соответственно, если их все посмотреть, ну, вы достаточно много узнаете о моей автобиографии. Ну и как-то вот решил я развивать данную тематику на канале, раз вам интересно. И мне кажется, через истории, да, гораздо проще понимать какой-то опыт. Да, даже пускай я там проходил психологию, психиатрию в свое время и всегда сам как-то ее читал, учил. И психология на данный момент является таким уже как бы профессией с какой-то точки зрения. И остается, ну, я ее рассматриваю больше как хобби, конечно же, потому что профессия, на мой взгляд, это все же то, чем мы повседневно зарабатываем деньги, да, и, соответственно, психология, она еще и приносит мне кучу удовольствия, это изучение всего этого дела, ну, такого, как вам сказать, как способ отвлечься от повседневной рутины. Поэтому, соответственно, для меня эта наука, она является на данный момент очень-очень интересной. И, ну, так скажем, это мое развлечение. Поэтому, соответственно, я кучу-кучу всего на эту тему изучаю по возможности. Всегда стараюсь читать что-то новенькое, но иногда даже из старых источников удается подчеркнуть для себя что-то интересное. Но это я что-то заболтался. Давайте ближе к телу, как говорится. Дорогие друзья, понимаете, я не просто так снимаю о нарциссах видео. Дело в том, что я сам пережил такой травмирующий опыт. И, как вам сказать, я сначала думал, что это стечение обстоятельств. И когда мне было 23 года, я начал изучать психологию. Вот именно типологию личности, именно на нее попал, я думал, что это, скорее всего, была шизоидка. И все объяснял себе этим. Но однажды, соответственно, когда уже в более зрелом возрасте у меня появилась девушка, она была шизоидкой, и мы хоть и не жили с ней вместе, и так долго не провстречались, я понял, что это совершенно другое. Что отношения с шизоидами, они хоть и сложные, но такие весьма интересные, и как бы нельзя характеризовать того человека, с которым я жил, да, и характеризовать, соответственно, вот эту девушку-шизоидку характеризовать как того человека, с которым я жил. Вот. Немножко волнуюсь так это все рассказывать. Соответственно, что хотелось бы сказать. Понимаете, как когда я жил с этой девушкой, я наделял ее очень положительными чертами. И как нарцисс, она сделала очень многое, чтобы залезть мне, так скажем, в душу. И так как это был первый опыт и для меня, и совместной жизни с кем-либо, и, в принципе, для нее, но, как выяснилось, для меня он оказался таким более, наверное, ценным, запоминающимся. В общем-то, в чем суть? Это был первый опыт, когда обо мне заботились. Я же не понимал, соответственно, вот этих моментов, что человек, ну, как бы делает это для того, чтобы сманипулировать мной в будущем, да, для того, чтобы как-то самоутвердиться, да, повысить свою самооценку, будут какие-то ответные ходы, потом манипуляции.
Я воспринимал все как за чистую монету. И так как рос я без родителей, для меня вот эта забота, она, ну, такая брешь, да, в моей психике это была. Я даже тогда для себя этого не осознавал. То есть для меня это такое вот очень слабое было место, через которое ко мне можно было залезть в душу, и, соответственно, я полностью проникался, да, этим человеком. Соответственно, уже прошло потом какое-то время, я смог это осознать. И помимо заботы, что еще было такое характерное из, так скажем, ну, опыта вот этого вот, то есть, что для меня запомнилось, естественно, для любого мужчины очень важно, как девушка, ну, так скажем, себя преподносит и в каком плане преподносит. Понимаете, ну, очень часто девушки, они стремятся, ну, быть какими-то к абсолютной красоте. Ну, то есть, стремятся вот сделать себе там губы, покрасить себе волосы, купить себе определенные какие-то вещи, может быть, с их точки зрения дорогие, да, там вот покупать только от Армани. И у нее такой в голове как бы стереотип, что если она начнет покупать вот эти вещи только от Армани, то именно тогда она станет красивой. Но на самом деле нет. На самом деле дело не только в вашей красоте, а в умении запускать мужские триггеры. И вот эта девочка-нарцисска, нарциссы умеют это делать, понимаете, как мужчины, так и женщины. Мужчины умеют запускать женские триггеры, женщины умеют запускать мужские триггеры. И что я имею в виду под триггерами? То есть она, несмотря на то, что как бы мы были студентами, и, в принципе, ну, у нее было побольше денег, чем у меня, но тем не менее, то есть, как бы мы были не супер обеспечены, понимаете? Мне было, по-моему, лет 18, ей что-то было в районе 17. Ну, то есть, прям на годик она у меня помладше была. Вот. И мы там жили на каких-то стрёмных квартирах и так далее, иногда с соседями. И тем не менее, когда я приходил, она встречала меня там в каких-то чулках, в каком-то красивом белье и приносила новизну в постель. То есть, понимаете, в 17 лет, с учетом того, что я был действительно первый ее молодой человек, это прям 100%, понимаете, то есть, как бы, ну, 100% это прям вообще. И, соответственно, такую обладать, так скажем, таким видением мужской психологии, ну, наверное, может только достаточно интеллектуально развитая нарцисска. В чем суть? Суть в том, что она запускала вот эти триггеры, и была забота, и фактически это можно описать как идеальные отношения, в которых у тебя есть идеальная постель, у тебя есть забота, она там стирала мои белые рубашки, она гладила мне халат, вот. Да, по-моему, я тогда только поступил, что ли, может быть, 19 лет, не помню, ну, что-то вот около того. И суть в том, что, соответственно, ну, как сказать, все это, понимаете, все это очень сильно относится, так скажем, отпечатывается в мозгах. И потом уже, через какое-то время, я осознал, в чем был вот этот вот, как бы, абьюз, да? То есть, естественно, через какое-то время начались проблемы. И я потом понял, что они начались гораздо раньше, просто я их не замечал. Она всегда пыталась спровоцировать мою ревность. То есть, это были
демонстрационные звонки, постоянно поступающие ей на мобильный телефон. У меня не было тогда опыта такого длительного близкого общения с женщинами, и я не знал, что, в принципе, ну, я даже какое-то время думал, что это со мной что-то не так, что я так сильно ревную. Я не знал, что может каждые 5 минут девушке звонить мужчины какие-либо. Ну, то есть, понимаете, на самом деле это глупо. Понятно, что тогда была, помните, это социальная сеть. Кто помнит, напишите мне в комментариях. ICQ называлась. И, соответственно, вот она и пользовалась, и я думаю, что через нее, ну, то есть очень активно она прям там постоянно сидела, через нее она как бы провоцировала эти звонки, и, естественно, через какое-то время ты начинаешь себе что-то надумывать, хоть человек с тобой рядом 24 на 7 находится, но, представляете, это всегда какие-то мужчины. И, естественно, были и ситуации, когда приходилось вступать там и физические конфликты из-за этого. И это все очень-очень неприятно. То есть это такое ощущение, как будто у тебя есть женщина, вы с ней живете, и вас постоянно кто-то преследует. И я настолько привык, что вот к этому ощущению, вот этого ощущения адреналина, такого постоянного конфликта с мужчинами, вот это вот прям год, когда я конфликтовал, то есть она нас сталкивала, пыталась столкнуть с моими друзьями. Она пыталась, соответственно, меня столкнуть там с моими какими-то знакомыми. То есть демонстрируя, что они ей, ну, или она им как-то нравится. И, соответственно, все это шло по нарастающей. И потом, когда я к этому привык, и как-то все устаканилось, мои близкие друзья, я им просто, ну, так как это были мои друзья, и, в принципе, я человек не вот склонный к какому-то там насилию или жесткому поведению. То есть я всегда как бы многократно перед этим объявляю людям какие-то требования или прошу от них себя вести как-то более благоразумно, и всех друзей я, соответственно, попросил, чтобы они, ну, как-то по-другому относились. Я объяснил, что у меня очень тяжелые чувства, поэтому постарайтесь хотя бы при мне не нужно проявлять вот так вот к ней, и она этим манипулирует и так далее, не нужно к ней проявлять какого-то гиперинтереса, пожалуйста, просто это вводит меня в стресс. И, соответственно, в принципе, когда все устаканилось, мы жили очень в плохом районе, у нее начались такие фишки, как вроде как она хотела изменить мою внешность. И, соответственно, дальше пошла тема в том плане, что мне пришлось ходить по району с розовым галстуком. Она мне подарила розовый галстук, и чтобы она не обиделась и так далее, я носил розовый галстук. И с моей, в общем-то, такой далеко не брутальной внешностью приходилось вот таким образом одеваться. И, ну, не сказать, что, наверное, она ждала, что у меня появится еще больше физических каких-то конфликтов и так далее, но дело в том, что как бы я в этом районе жил достаточно давно, и, в общем-то, я всех знал, ну, как-то пару шуток было, я как бы говорю, ну, я женатый человек, все ради жены, и все. Соответственно, в чем суть? Суть в том, что когда эти манипуляции перестали прокатывать, она стала использовать манипуляции горячо-холодно, то есть она стала то приходить, собирать. Я один раз прихожу домой, вы представляете, вы более 7 месяцев или 6, там где-то так, живете с человеком, да, и, соответственно, вы в какой-то момент приходите домой, а его вещей совсем нет. И я просто не знаю, как реагировать. И я звоню, и мне человек говорит, ну да, все, пока. Я не буду тебе ничего объяснять. Я такой, WhatsApp? Ну,
А тебе говорят, нет, вот. Вот нет, я тебе ничего не объясню. И по тому же принципу она возвращалась, приходила, толком никаких объяснений не поступало. И у меня был огромный стресс. Этот стресс накапливался, и потом, видимо, Всевышний, он смирился, стивился надо мной, и она ушла. Она ушла, и да, у меня был огромный стресс. Тогда у меня даже проявились такие мимические морщины, они несколько дней не спадали, глубокие. И, ну, в общем, нехорошо я это переживал, нехорошо. Но, конечно, время, оно помогает. Но суть в чем? Суть в том, что я все время анализировал и думал, почему это так было. И люди, которые рядом со мной находились, мои друзья и одногруппники, они сказали, ну, ты стал выглядеть получше, когда прошло какое-то время, когда ты с ней жил. Ты был более, ну, сначала счастливый, чрезмерно счастливый, отрешенный от реальности, а сейчас ты стал более напряженный в какой-то момент, и все видели, что у меня что-то вроде депрессии, но по факту это и была депрессия, и, соответственно, потом, через какое-то время, они, соответственно, сказали, ты стал выглядеть лучше. Тебе лучше без этого человека. Ну, все знали причину. Соответственно, в чем суть? Суть в том, что через какое-то время это был просто magic. Magic в том плане, что, ну, реально как какое-то проклятие, понимаете? Как какое-то проклятие, которое несет с собой человек. Причем мы вообще были в шоке. Мы когда со знакомыми увидели, мы ходили в один спортзал. Это был мой очень хороший знакомый, возможно, даже она поэтому это сделала. То есть она начала тоже ходить в спортзал, и они начали встречаться с этим моим приятелем. И мы давно, ну, так неплохо, в принципе, по-доброму общались, и человек был гораздо старше меня, в принципе, ну, тоже имел достаточное материальное, в принципе, хорошее обеспечение. Ну, был один момент, у него там были проблемы с глазом, и не то чтобы, ну, то есть это, в принципе, красивый такой накачанный молодой человек, но, понимаете, нарциссы, заметьте, они всегда выбирают вот какую-то, когда есть у людей какой-то изъян, и этот изъян действует на их психику. То есть проблема не в том, что у молодого человека там какая-то проблема с глазом, да? Это был действительно, это был эмотивный, прекрасный такой добрый парень, реально клевый чувак. Мы прям общались, он никогда не отзывался о людях плохо, и он был достаточно верующим человеком. И когда они начали встречаться, он ко мне подошел, долго объяснял, какие чувства он испытывает, и я прекрасно понимал, ну, просто что раз я такие чувства испытывал, то, ну, как бы он находится в моем положении, но сейчас он встречается с ней, поэтому каких-то поводов для обид и прочего, ну, было бы глупо, человек подошел и честно сказал, вот я встречаюсь, мы уже в районе полугода тогда с ней не встречались, поэтому, как бы, ну, что здесь попишешь, поэтому все равно же они будут встречаться. Просто он решил как-то это честно озвучить. Поэтому, ну, на мой взгляд, это было честно, хорошо и нормально. Я говорю, ну, как бы поулыбался, говорю, дай бог вам счастья, чем. Соответственно, в чем суть? Суть в том, что через какой-то момент, когда они тоже простречались уже около года, он посидел. Прям реально. И он перестал заниматься, он, наверное, потерял килограмм 10 в мышечной массе.
И потом уже, когда мы общались после вот того, как он пережил тоже эти отношения, расставания, он мне описал все то же самое, что он говорит: ну, я не понимаю, в чем дело, я не могу. Также я тогда, я не мог это конкретно вот описать, триггеры. Сейчас я вам какие-то триггеры описал такие, то есть, что, чем она цепляла, там, вкратце манипулировала. Вот. Но тогда я этого не мог сказать. И он также он говорит: ну, я не понимаю, вроде как все обычно, но тем не менее все очень плохо. Вот все очень, либо очень классно, либо очень плохо, куда-то что-то пропадает, что-то происходит. И в итоге у меня просто колоссальный стресс. Реально он от этого стресса посидел. И мы просто потом уже говорили, мы общались в одной компании, и мы говорим: ну, это какое-то проклятие на девушке, это просто жесть, это, ну, это прям реально вообще. Вот честно, я таких людей, которые несли бы с собой такой вот, так скажем, такой black magic, ну, никогда не встречал. Были социопаты, были очень тяжелые люди, прям опасные, даже агрессивные, даже женщин опасных, агрессивных я встречал. Потом уже в практике, в больнице, и там я видел, как они кидались на санитаров. И понимаете, это другое. Это вообще другое. Это человек, который нравится абсолютно всем женщинам, мужчинам, большинство положительно характеризует этого человека. Понимаете, это вот. И когда я проанализировал это реально такой прям vampires girl просто, потому что это, ну, жесть, это просто жесть, это то, как проникают вам в мозг, вам в душу и просто съедают ее. Так что, конечно, дорогие друзья, естественно, всю жизнь теперь меня будет интересовать тема нарциссизма. Мне интересно ее изучать, мне интересно читать и ваш опыт, который вы пишете в комментариях. И, конечно, когда ты в молодом возрасте такое переживаешь, ты периодически возвращаешься туда. И это такая эмоциональная память, это такой эмоциональный флешбэк. И, ну, что я могу сказать? Я борюсь с этими флешбэками, и есть множество способов. Если у вас есть такие эмоциональные флешбэки, кстати, напишите мне, как вы боретесь с этим. Я вам расскажу, как я борюсь с этим, какую я информацию нашел. На данный момент, в принципе, по большей части, я все это дело пережил. И переживал я около 5 лет. Вот все вместе, если взять, я 5 долбанных лет переживал это. Сказать, что я однажды откажусь от встречи с этим человеком, если я ее встречу, никогда не смогу эмоционально отказаться, потому что мне безумно интересно, как поведу себя я и как поведет себя она и так далее. Но в заключении могу сказать то, что сейчас я стал выставлять стену, такой барьер от нарциссов, от девушек-нарциссов. И тут важно, понимаете, когда вы этот триггер ловите, что вас именно, ну вот как я слышал термин такой типа sugar show, да, sugar show такое, то, соответственно, вы можете как бы в этом плане сразу дистанцироваться от него. И когда вы выставляете стену, барьер, вы как бы не видите этого всего. Вы просто выставили стену, и все. И магия не работает сразу. Поэтому, дорогие друзья, если вам интересна тема стены от нарциссов, тема как избавиться от флешбеков, пишите мне внизу в комментариях. А вот такой вот выпуск, напишите, если вам понравилось, я просто решил поделиться с вами своим опытом жизни с нарциссом. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и да пребудет с вами здоровье.